Всем привет! С вами интернет-магазин «Дом игры». И сегодня мы хотим познакомить вас с комплектом для воспитания доброты. Торговая марка «Умница» — это Россия. Также хочу сказать, что рекомендованный возраст от 2 до 7 лет. Это очень прогрессивная методика, называется методика «Сказкотерапия». Ну, сейчас мы более подробненько расскажем об этой методике. Хочу сразу отметить, что упакован этот комплект вот в такой коробочке с панорамным окошком и вот с такой раскладушечкой, в которой, в принципе, можно тут же, не открывая коробку, прочитать кратко об этой методике, о комплекте, что входит в комплект, и об этапах использования этой методики. Все очень подробно описано уже на коробке. Давайте откроем. Итак, в комплекте вы найдете вот такую мягкую игрушку, игрушка на ручку. Сейчас расскажу, для чего нужен нужна эта игрушечка. Итак, в комплекте вы найдете вот такие книжечки. Каждая книжечка — это отдельная сказка. Хочу сказать сразу, что это авторские сказки, которые вы нигде больше не найдете, только вот здесь. И в каждой книжечке, в каждой сказке, если вы видите, есть вот такие места, в которые нужно перед тем, как читать сказку ребенку, вписать имя самого ребенка. То есть это называется персонализированные сказки. Ребенок воспринимает эти сказки как ситуации, которые могут или происходят непосредственно с ним. И дальше в ситуациях уже жизненных, когда он сталкивается с какой-то ситуацией, он уже действует по примеру сказочных персонажей. Сказок очень много, 30 штук, и воспитывают они такие качества, как дружелюбие, совесть, сострадание, честность, отзывчивость, благородство, любовь. Чтобы усилить эффект сказок, вот и нужна как раз такая игрушка. Это сказочный персонаж, который ребенок воспринимает как своего друга, который всегда дает классные, хорошие советы, добрые. Также в комплекте вы найдете вот такую методичку, в которой описано подробно об этой методике. Ну, я хочу сказать сразу, что эта методика очень простая, и, я думаю, понравится и деткам, и родителям тоже. И, собственно, те же сказки тоже можно найти в этой книжечке. Также есть вот такой DVD-диск со сказками уже на DVD. Две книжечки Ирины Маниченко «10 секретов воспитания» и «10 законов воспитания». Очень познавательные для любого родителя. Также приглашение о вступлении в клуб «Моя умница» и объявление и приглашение в Академию «Умница», благодаря которому вы можете на дому обучаться, пройти курс воспитания, развития. То есть, ну, я думаю, что это очень познавательно и в любом случае пригодится, если вы хотите воспитать вашего ребенка добрым, отзывчивым и дружелюбным. Это, собственно, все, что входит в комплект. Методика очень простая. И результат, я думаю, будет просто сногсшибательный. Если вы захотите приобрести этот комплект, обращайтесь в наш интернет-магазин. Всем пока!